«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. Вот уж кому точно повезло, так это клинчанке Яне Франк. Она официальный делегат от нашего района на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. 400 жителей Подмосковья отправились в составе делегации от Подмосковья в Сочи. Мы связались с Яной, и вот какой видеопривет она передала родному городу. Привет, мой любимый город, город Клин. Я хочу передать привет с славного города Сочи. У нас тут очень тепло. Со Всемирного фестиваля молодежи и студентов. У нас вечная движуха здесь. У нас очень много крутых мероприятий. Их очень много, глаза разбегаются. Я являюсь представителем нашего города на этом фестивале. Я надеюсь, что я привезу с собой очень много энергии, эмоций, очень много новых друзей. И мы обязательно с вами будем делать очень крутые вещи. Напомню, что 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся 15 октября в Сочи. Кстати, Россия принимает молодежь со всего мира уже в третий раз. Этот фестиваль принял более 20 тысяч молодых людей из 185 стран. Как правило, это лучшие представители студенчества, отличившиеся в науке, творчестве, спорте и политике. Символ фестиваля – разноцветная ромашка, олицетворяющая преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового сообщества. В программе фестиваля – турниры, конкурсы, мастер-классы и диспуты. А завершится праздник молодости и талантов 21 октября в субботу традиционным карнавалом.